Семена и рассады розы чайной гибридной Майндерфаснахт представляют собой компактный кустарник, который вырастает не выше 1 метра и имеет на концах побегов цветки редкого голубого цвета. Считается, что это один из самых красивых сортов роз. Примечательно, что в особо жаркую погоду цвет лепестков может изменяться, становясь насыщенно-розового оттенка. Нуждается в большом количестве солнечного света, поливе в жаркую погоду. Выбирая почву, стоит отдавать предпочтение плодородным сортам с большим содержанием гумуса, минеральных добавок и питательных веществ. Роза чайно-гибридная Майндерфаснахт – это многолетнее растение. Цветок окрашен в голубой цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.